Визуально отличить обновленный кабинет от других практически невозможно. Реальную картину показывает только специальный прибор. Это освещенность на 1653 люкса при норме там 300. Это освещенность на парте. Да, это освещенность. Освещенность на парте по нормам должна быть не менее 400. Мы провели эксперимент. И в двух классах, в 4-й гимназии и в 51-й школе, заменили светильники обычные, традиционные, люминесцентные, на светодиодные нового поколения с особыми рассеивателями, которые дают ровный свет. Сравнили это с теми характеристиками, которые рекомендованы Санпином, и поняли, что вот за такими светильниками будущее. Проект пока пилотный и требует доработки, однако в будущем планируется заменить освещение во всех курских школах.